вкусный суп с ярким грибным ароматом готовится из любого вида съедобных грибов, кроме маслянистых. Для грибного капучино со сливками идеально подходит шампиньоны, вешенки, белые грибы. От такого грибного крем-супа не откажутся даже дети, они с удовольствием съедят даже добавку. Если вы им ее предложите, подавайте первое с сухариками, крутонами, тостами или пампушками. Готовится суп только на один раз, заранее его готовить не нужно, так как он может расслоиться. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте указанные ингредиенты, очистите лук от кожуры, промойте вместе с грибами в воде. Лук нарежьте мелкими кубиками, прогрейте в казане или в сотейнике растительное масло и выложите в него луковую нарезку. Обжарьте примерно 3-4 минуты до румяности и мягкости без добавления грибов. Промытые шампиньоны разрежьте пополам, а затем нарежьте слайсами. Как только луковая нарезка станет мягкой, добавьте в емкости грибную нарезку. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Посолите и тушите около 10-12 минут, пока вся жидкость не испарится. Обжарьте грибы около 1-2 минут до румяности. После этого поперчите блюдо, влейте сливки и прогрейте до кипения. Немного грибов выложите на блюдце для украшения блюда. Перелейте массу в глубокую емкость и отпюрируйте погружным блендером. Если масса получится густой, то подлейте в нее немного кипятка. Перелейте пюрированный суп в тарелки, украсьте отложенными жареными грибами, свежей зеленью и подайте к столу теплым. Вкусняшки, подписавшимся. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Шампиньоны 350 грамм, лук репчатый 1 штука, масло растительное 30 мл, сливки 15% 200 мл, 15% жирности, соль 3 щепотки, перец черный молотый 2 щепотки, количество порций 1-2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкусняшки моего канала. Всем Марии удачи, и дачи у Марии. Увидимся.